Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня новый майнер, по инвестиционный майнер по заработку криптомонеты Tron USDT LTD. Стартовал он вчера, 6-го, вот здесь написано памятка, 6 декабря. Регистрация здесь наипростейшая, по номеру телефона, два раза пароль. Ну и регистрация, естественно, вход по телефону и паролю. Здесь все расписано. Стартовал он вечером. Значит, минимальный депозит здесь от 5 монет Tron. И ежедневный доход 4,5%. Ну и далее по нарастающей. Значит, закрываем. Депонировала я сюда 50 монет. Вчера, в общем, но был сильно шум на Telegram по этому майнеру. Ну да ладно, не суть. Значит, депозит вот здесь у нас вкладочка майнер апгрейд. Я скопировала адрес. Ну, я показывала уже, как делать депозит. Не забываем о том, что это инвестиционный майнер. И все, что касается инвестиций в интернете, это всегда риск. Я рискую своими монетами, вы же думаете сами. После того, как я пополнила, кликнула вот на желтую вкладочку, что я перевела монетки. И монеты поступили на баланс. Так далее, что у нас? Депозит. Вывод. Ежедневный, вот мой депозит 50 монет, 2,25 мой доход. Ежедневно я получаю. Я вчера выводила на Афин аккаунте мне 1,98, на майнер аккаунте мне с моего депозита мне капает 2,25. И вчера я выводила. Сейчас я вам покажу. Вот, чуть выше. Вот 2,25. Это вот 6-12. Я пополнилась. После пополнения сразу можно выводить. Как бы кликаете вывод, и у вас монета. И потом через 24 часа опять. Значит, давайте я пропишу 2,25. 2,25. Далее кликаю после двойки и ставлю точку. Прописываю адрес кошелька, сюда пароль и кликаю вывод. Окей. Ну, в районе 1 минуты монеты поступят на кошелек. Далее идет у нас, значит, домашняя страничка, я вам показывала. Ну, появляется постоянно такая вкладочка. Вывод я вам показала. Вкладочка Share, находится реферальная ссылочка. Кликаем, ссылочка автоматически копируется. Далее там находится, будут находиться наши партнеры. Далее что еще здесь? Ну и выход. Ну, в трейдинге здесь ничего такого нет. Это от майнера. Также есть инвестиционные планы. Это по желанию. Я работаю только на майнере. Также находится реферальная ссылочка. Ой. Мой кабинет. Также команда. Баланс. Так. Профит лист. Здесь отображаются все транзакции. Так, майнер апгрейд, также реферальная ссылочка, выход. Ну и такого больше здесь нет ничего. Переходим на кошелек. Сейчас посмотрим, поступили ли монетки. Да. 2,25, как видим. 7-12. Ну, я бы не вкладывала столько монет. Я рассчитываю на этот майнер. И я рассчитываю здесь подзаработать неплохо.
Ну, не так просто я сюда такие суммы закидываю. Я обычно захожу по минималке без фанатизма. Не забываем о том, что это инвестиции. Все, что связано с инвестициями в интернете, это всегда риск. В принципе, на этом все. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.